очень много старых деревьев, огромных деревьев. Вот, грязные маленькие озерца. Вот, но походить, погулять, послушать птичек очень даже хорошо. Вот, можете взять свою бутылочку игристого, и очень даже будет вам приятно. Тем более это центр Лиссабона. Слушайте, а вот эта штука, я вот никогда не показывала, а это отель для насекомых. Для всяких жучков, паучков, пчелок. И это можно встретить почти во всех парках. Ну да, я видела это во всех парках. Пожалуй, вот это самый интересный экспонат ботанического сада. Огромная коряга. Видимо, старое дерево завалилось. Его, естественно, распилили, оно высохло. И вот, пожалуй, это самое стоящее внимание. Ну, опять же, если вы не ботаник, если вы ботаник, то тут много чего есть почитать о растениях и цветах. Но мы не ботаники. Нам больше чисто посидеть, подышать, подумать, поболтать.